Дебилы. В общем, Славик отказался вас приветствовать, короче, дорогие наши подписчики. Так что, поэтому здравствуйте, здравствуйте. Мы приехали в какую-то жопу под названием село Никольское. А может быть, это и не село, но просто Никольское. В общем, тут есть много всяких деревенских домов, всякие штуки. Мы видели только что коровку. Вот там прудик. Вот Славик пошел на мостик. Мы сейчас будем с мостика кидать наш магнитик, чтобы примагнитить что-нибудь магнитное. Вот, мы рассчитываем найти какие-нибудь супер интересные штуки, типа там доспехи, коней. Вот. Ой-ой-ой, сейчас я упаду, поэтому временно нам придется прекратить съемку. Вот, мы добрались до мостика. Как тут круто. Главное, сейчас, если Славик пройдет и мостик не свалится, значит, можно идти. Славик, помаши ручкой. Вот и Славик. Ой, ой, а мостик шатается. Тут страшно хоть на самом деле. Вот, тут вот так вот водичка так. Чаечки всякие. Ой-ой-ой, мостик шатается. Блин, на самом деле тут страшно. Ну, красивенько так. Это был не лучший кадр в моей жизни. Вот это вот уже ничего так. Ну ладно, вернемся к Славику, собственно. Вот он. Твой довольный щеблет. Сейчас он закинет наконец свою штуку и будет радоваться. Время пошло. Фу, буль-буль-буль. Вот, оно уплыло. В смысле, утонуло. Сейчас Славик что-нибудь вытащит. Мне кажется, я вытащу мост. Мост? Славик вытащит мост. Я говорила, пока только коняк с доспехами, вот сейчас Славик вытащит мост. Коня с доспехами? Ну да, я говорила, что мы хотим вытащить доспехи, но, возможно, с конем. Ничего там, судя по всему, Славик не нашел. Славик лошарик. Да? Славик лошарик? Мне кажется, я слышу, как где-то вода льется. Буль-буль-буль. И снова буль-буль. Вообще красивенько тут. Еще ветра нету, только это отражение такое прям. Блин, здесь должны быть замочки, ключики и всякие штуки, кажется, видно. Это мост свадебных этих традиций. Традиций. Да? Сейчас мы узнаем. А вот это вот все не развалится? Тут так страшно, на самом деле оно так шатается. Ты что, никогда не был на подвесных мостах? Я боюсь таких тем. Я стараюсь их избегать. Чего? Славик лошарик. Может, эту речку тоже чистят? Миша говорит, никогда ее не чистят. Это вот кого я боялась, это вот эти страшные велосипедисты. Они пронеслись мимо нас с крейсерской скоростью. В общем, я чуть не обкакалась со страха, а Славик чуть не выпал за борт. Чего? О, там клевые чайки. А как увеличить? Сверху. Я вижу только вот звук. А, нет, это и есть. Не шатай мост. Ой-ой-ой. Но если что, это не я плохой оператор, это мост шатается. Вот вернемся к Славику. Пока ты снимал чай, я нашел кусок металла. Что это за хренотень? Не знаю, кусок металла какой-то. Кусок металла, счастливый Славик, вообще нет такой. О, я нашел кусок металла. Снимала чайк. Я не снимала чайк, вы мне все мешали. Мне кажется, стрелять вам все лучше получается. Нет, у меня все получалось бы хорошо, если бы не подвесной мост. Как бы он шатается. И я не могу стабилизировать, но в подвесном мосту стоя. А так вот, смотри, вот все вот красиво же вообще. Вот начинается.
и кусок металла. Это, мне кажется, метеорит. Ну, это реально метеорит же. Угу. У нас космос. Метеорит еще. Космос уже. Да. А как ты это определил? Ну, такой космический. Да фу, ты опять не можешь добрать как штука этой своей. Я вообще снимаю, интересно. Красный горит? Угу. О, там что-то есть. Цепляется. Так, скажи, скажи ты еще раз. Давай, давай радостное лицо. Там типа, что-то там есть. Что-то есть, цепляется. Что-то есть, цепляется. Я что-то цепанул. Типа, цепанул. Ну давай уже, ну уже скучно подписчикам смотреть, как ты тянешь веревку. Может, главное, чтобы не спугнул. Ого. Я прям чувствую, это что-то такое. Это мост, мне кажется. Ты тащишь мост. Или доспехи от лошади. С лошади? Да. Ну, мы первый посмотрим, что же там. Оп! Какая-то. Какая-то хренотень, нехилая. Что это вообще? Мне кажется, это какой-то отгробный кусок мусора с железякой. Нет. Нет, на самом деле это. Ой, это... что это вообще? Тиски. А, я знаю, такая штука, это, короче. Нога тисков. У меня у дедушки была такая хреновина. Ну, к нам пришел голубь. Где? Ну, вон там, где твой. Кого еще поснимать? Так вот, вернемся к чайкам пока тут, короче. Ну, чайки поинтереснее. То есть, я скучно? Ты вообще унылый как. Нет, жизнь еще не носит. Пузырьки, буль-буль. Блин, а может по нему покрыть? Блин, страшно тут вообще. А вот эта тучка. Покажи, вот эта тучка, да. Тучка-то покажи. Тучка. Вот эта тучка. Это не тучка, это тучища целая. Такая. У-у-у. Зловещая тученция. Это вам не из мимимишек тучка. О, вот тут нет тучек, тут солнышко. Тяну. Славик тянет. Зацепило. Славик тянет, 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 тянет. Что-то зацепилось. О, господи, что же там? Мне кажется, наши телезрители... Или, а как они вообще называются? Телезрители? Подписчики. Нет, они подписчики, просто подписчики. Смотрите. Они тогда могут не смотреть, просто быть подписанными. Да. Подписчики, в общем, нашего канала, мне кажется, сейчас затаили дыхание, переживают. Такие, господи, что же там? Что же там? Что же он сейчас вытащит? Интересно, у меня не отвалится эта штука, которую я камеру держу? Что же он вытащит? Ну, даже я уже думаю, что же он там наконец вытащит. Ну, что это такое? Мне кажется, там вторая часть от тисков. Ну, кстати, да, вот здорово. Тиски в хозяйстве пригодятся. Да, ты права. Откуда ты знала? Так вот, и вторая часть от тисков. Предсказуемо. И какая-то непонятная штука. Это, мне кажется, подписчики подумают, что там мы закинули. Да, да, да. А реально, да? Прикинь, как я угадала. Как ты кинул вообще туда же? Вот у нас уже сколько всякого хлама. Да, не смотрите, чтобы ровно 11 минут закинуть магнит. Или у тебя уже все, лимит исчерпан, ты нашел все, что хотел сегодня? Да, лимит. Опять непонятно, уже железяк. И метеорит один. И он исчерпан. Ну, нормально. Нет? Не, ну окей, да. Что ты там, Славик, поймал? Поймал доспехи. Ну давай вытаскивай уже доспехи. И снова подписчики застыли в ожидании. Мне кажется, они подпишутся на этот канал только ради этого выражения лица.
И? Ну, что там, господи, ну, мне уже даже интересно. Ох, очередная железяка. Это часть доспехов. Это по-любому часть доспехов. Она вообще железная? Она как-то выглядит. Смотри, видишь, это тоже часть такая, мне кажется. Мне кажется, это пазл. Это пазл? It's a puzzle. Да, вот, ну смотри, вот те две, они же прям подходят. Смотрите, вот, ох-ох. Метеорит. Метеоритушка. А есть какой-нибудь прием метеоритов? Метеоритолог. Чермет. Так вот, забрасывает магнит последний раз, потому что тучка все более и более страшная. И нам уже надо наконец уехать отсюда, потому что иначе сейчас нас зальет дождиком. И фу, будет прямо. Ну, улыбайся. Привет. Привет. Ну, после скоро пока. Ну, хоть что-нибудь скажи. Ты сегодня что-то это? Вообще унылый какой-то. Унываешь? Нет. А что ты унываешь? Не унывай. Славик. Вот, кстати, дождь уже начинается. Давай уже, закругляй свою шарманку. Ну давай скажи там пока. Все, последний заброс. Плюх. Что? Плюх. Ты думаешь, веревка твоя не упала. Давай я подержу. Дай секунду. Фу, она мокрая. Нет, не подержу. Снимем Славика на фоне речки. Славик со всех ракурсов. Я видела, что там ничего. Так что давай, доставай, поехали. Два дня пошли, где? Все, я отпускаю твою веревку. Давай, у меня рука уже замерзла, на самом деле. И дождь идет. Блин, что-то получается, что я видео все иное. Все, я больше не буду мыть, я буду теперь это. А что это куда все девать? Не знаю. Обратно зайки. Все, давай скажи пока-пока. Пока-пока. Вот, смотрите, какая лапушка. Она милашка и ползет. Сейчас, на самом деле, мы ее спасем и уберем с дороги.